привычку, машем ручкой, не замираем. Привет, друзья! Да, именно фото. Литературы для юношества, Союза писателей, секции Союза писателей Санкт-Петербурга. Вот идет, да, да. Так, без аплодисментов, спокойно, заходи. Ты еще живой, ты не классик. Да, ты живой, давай, садись его. Полуживой классик. Да, вот у нас, к сожалению, умер буквально вот 3 дня назад. Тихо. 3 дня назад умер у нас Лев Гаврилов, замечательный поэт, детский писатель. Вот у него недавно последняя книга, у него вышла «Ленькина война», «О блокаде». 93 года, 93,5, пожил хорошо, 18 книг, больше 18 или 19 книг вышло. Вот общий тираж в свое время был больше 3 миллионов. Известный поэт-сатирик, был один из основателей КВН на телевидении в Петербурге, то есть интересный, известный человек, был 20 лет с лишним правления Союза писателей Санкт-Петербурга, в СССР. Вот он. В Союзе писателей он вступил тогда, когда я только родился. В Союзе писателей. Да, в 62-м, я в 61-м году родился, с 62-го года он был член Союза писателей СССР. Да. Ну а сегодня у нас творческий вечер, юбилейный, Александр Итан и Дмитрий Вересова, который отложил свой юбилей на лето, сказал, что я не буду подсказываться, проведу свое мероприятие летом, поэтому открываем, начинаем, кто как хочет, тот так и говорит, пожалуйста. Да. Здравствуйте, дорогие друзья, я рада приветствовать вас на юбилейной, можно сказать, праздничной презентации моей книжечки «Дети, пережившие Холокост». Я объединила не зря два этих слова, потому что праздничная, да, она, поскольку у меня недавно был день рождения, мы будем отмечать его сегодня, праздновать с вами, дорогие друзья, и юбилейный год у нашего прекрасного друга, талантливого Дмитрия Вересова Пиявкина. Вот, ну, хотела сказать немножко о книжечке, то есть вот у нас в Петербурге есть музей Холокоста, созданный в 1997 году, Павлом Марковичем Рубинчиком, это руководитель организации. Там много экспонатов, посвященных Холокосту, временам, да, Великой Отечественной войны. Проводятся экскурсии, экскурсоводы, это уже живые легенды нашего времени, да, в котором 90 лет, такие мамонты истории, можно сказать, это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, прошедшие гетто детьми. Среди моих героинь Людмила Самуиловна Суходносова, поаплодируем. А также Рива Рафаиловна Каспирович, Людмила Николаевна Зорина, это координатор музея «Холокост», и Людмила Федоровна Бодюшко. Каждого из моих героинь такая действительно изломанная судьба с детьми, они пережили страшные страдания, смерть близких, лишения, голод. Вот. И я хотела бы зачитать немножко какие-то отрывки из моей книжки, созданные по воспоминаниям этих детей войны. Вот, пожалуй, начну я с воспоминаний Людмилы Федоровны Бонечко. Здесь она говорит о Риве Рафаиловне Каспирович. Рассказывает о женщинах, да, которые есть, экскурсоводы есть в музее Холокоста. У нас есть женщина Рива, которая была в Освенциме. Ей было около 4 года, она моя ровесница. Летом ее отправили к бабушке в Белоруссию. Пришли немцы, набили белорусы и евреи поезда и отправили в Освенцим. Она приехала в Освенцим, там их распределили по баракам, белорусов в один барак, евреев в другой. И немцы перепутали и евреев, и белорусов, хотя отправили их на уничтожение. Им поставили номер, и у нее на руке до сих пор сохранился номер, 13-й номер, то есть живой свидетельство того времени. Да, я его сама видела, смотрела все эти фотографии какие-то семейные, ее действительно уже раритетная, была у меня дома. На мне каждая из моих героинь стала как родная бабушка, потому что, ну, вот невозможно описать это, не, так сказать,
не прочувствовав, наверное. Но я старалась писать, наверное, рассказывать об этом детскими глазами, как страшно для каждого ребенка война и действительно смерть близких, какие-то лишения, постоянное унижение и то, что творили фашисты когда-то. Значит, ее зовут Рива Рафаэльевна, она полуеврейка, полуконка. Немцы, перепутав бараки, взяли белорусских детей и поставили им номера. Пол стал опускаться после в газовой камере. В это время бежал немец и стал кричать: видимо, это дети белорусы, а гены писали не Рива, а Рита. И это ее спасло. То есть вот так вот, в том числе вот так вот, иногда спасали детей, меняли документы, о чем мы разговаривали, да? То есть как ее спасло, подняли пол и отвели их обратно в барак. А еврейских детей уничтожили. Вот. Одно из страшных воспоминаний и фотографии, которые поразили меня, я тогда еще Марьяночка маленькая была, наверное, лет 5, вот, когда мы начали записывать интервью, и я не держала своего ребенка в теплице, такой, в теплице нашего мира, какого-то такого светлого сознания, тут знают все ужасы, которые могут быть, да, и которые неизбежны при войне. И вот мы смотрели, видели медвежонка, думаю, моей Марьяночке тоже есть немножко медвежонок, да, хозяйку которого, пятилетнюю, кстати, тоже тогда, просто увели и уничтожили вместе со всей семьей. И вот Марьяна, помню, тогда была шокирована этим моментом, то есть для ребенка это стало таким осмыслением, что да, может быть смерть, может быть потеря близких. И это действительно поражает. То есть дети же, для них нет смерти, для них мир такой прекрасный весь в диванчиках. Людмила Федоровна Бонюшко показывала очень интересную книгу, раритетную книгу Марии Ролникайте. И затем эту книгу, хотя действительно это был эксклюзивный такой экземпляр, она мне подарила, потому что это, можно сказать, своего рода тоже Анна Франк такая, да, литовская, вот только, да, вот, и очень интересно написано в этой книжечке, да, а как Марию спасали? Еле живую, когда у бедняжки не осталось ни одного зуба, красноармейцы принесли ее на руках. Сама Мария уже не могла ходить, ноги были распухшие. Всю жизнь свою Мария Ролникайте посвятила борьбе против фашизма. Рассказывала о себе, о том, что немцы делали с узниками в концлагерях. И действительно, и мои героини, каждая из них, они практически, вот как те дети, они рассказывают об этом, не боятся. Хотя некоторые из них, я знаю таких, после этого просто не могут даже спать, потому что действительно кошмарная история, не дай бог пережить либо. Воспоминания Людмилы Федоровны Бонюшко также. Вот это Освенцим, она показывает фотографию Освенцима. Освенцим освободили советские войска 27 января 1945 года. Мы были в таком состоянии, и нас освободила Красная Армия. Более миллиона человек было уничтожено в Освенциме. То есть вот она подтверждает, да, потому что сейчас идет различные интерпретации, истории порой, вот, и, ну, есть те люди, которые помнят все напрямую. А сейчас я хотела немножко, да, прочитать о воспоминаниях Ривы Рафаэльевны Каспирович. Значит, в 43-м году нас всех выловили в лесу, где они прятались, с двоюродной бабушкой Михалиной, и там с разных деревьев и так далее, фашисты выловили и стали сажать в вагоны. Бабушку звали Боевна Михалина. Там было жуткое количество людей. Я не помню, как мы там сидели, стояли, как спали, ели, не помню. Некоторые не выдерживали, это я знаю. Какие-то были остановки, открывались вагоны за дышкой, выносили и выкидывали тела. Ребенок, да, вот это вот пережил. Она не договаривала, только фраза, которая так черная и понятная. Мне был уже 6-й год. Шел 43-й, вздыхает. И вот прибыли в Освенцим, и там сразу же сказали: вы сейчас пойдете в баню, в душ мыться, кольца, браслеты, все сдать, и не дай бог, чтобы везде проверяли во рту, женщин везде показывают рукой ниже. Да, и повели мыться нас. И я помню, повели нас в душ, крики, шум, все кричат: что случилось, что такое? Кто-то вдруг бегает, кричит: что-то не то. Казалось, что фашисты перепутали вагоны. Я была в вагоне из Беларуси, а рядом был вагон с евреями. И нас должны были отвезти в другую камеру. И мне это опять повезло. Также
Рива очень интересно рассказывает, как он накалывает номера. Вот дети, представляете, 6, там, 7, 8-летние, ну там разный возраст был. Мне, вот он рассказывает, мне шел 6-й год, 1943. Фашисты привели нас в Освенцим, и стали накалывать номера. Крепко держали руку и старинные, старые старушки кололи. То есть это само по себе уже было пыткой. Они кололи столько раз, сколько здесь точечек. Вся рука вот до сих пор там не стыкана. И открывает руку 20. Честно, мне страшно было это представить для ребенка. Все в крови было. Я потеряла сознание. Но потрясло их детей совсем другое. Не то, что они мучились. А там была малюсенькая, грудная девочка из нашей деревни. И ей на ножке выкололи номер. Потому что ну, ручка-то совсем тоненькая была. Ну, понятно, что не выкололась. Вот. И она не выдержала. Маленькая. Ничего, умерла тогда. И вот мы плакали, всем баракам плакали. И, видимо, даже, может быть, и где-то и фашистам было, мне кажется, наверное, неудобно, потому что эти дети, ну, не дети, да. А вот здесь я хотела показать фотографию, где губернатор наш Владимир Анатольевич Яковлев сегодня вручает Людмиле Самуиловне Сухоносовой звание «Заслуженный учитель России». Вот, пожалуйста. То есть у нас героини, заслуженные учителя России, они любят нашу страну, наш город, учат наших детей. Никто не уехал там в такие времена. То есть, поэтому это действительно подвижники, каждый из моих героинь. Вот, и хотела бы еще немножко сказать о Людмиле Самуиловне. Да, вот есть такая интересная заметка в муниципальной газете «Петербургская колонна». Я немножко ее зачитаю, чтобы да, иметь представление, насколько действительно уникальна каждая из моих героинь. В канун Дня Учителя коллектив школы номер 245 хочет рассказать о замечательном человеке-педагоге Людмиле Семеновне Сухоносовой. Вся ее педагогическая деятельность связана с Октябрьским, а затем Адмиралтейским районом. В 1954 году, после окончания школы, она пришла работать старшей пионервожатой в 258-й школе, ныне это школа 235-я. А с 1956 года работает в нашей школе учительницей математики. Немало поколений выпускников благодарны ей за прочные знания, душевную теплоту, интересные дела. Людмила Семеновна – человек, любящий жизнь, интересующийся искусством, историей. Она заряжает детей жаждой познания мира. Где только не побывали ее питомцы, во всех музеях города, в парках, в садах, на заводах и фабриках. Ее старшие воспитанники разработали экскурсии по колонии для младших школьников. Вместе с Людмилой Семеновной ребята устраивали трудовые десанты в Токсовский лесопарк, летний сад, на кладбище поселка Комарова, выступали перед ранеными чеченской войны в госпиталях. Она была инициатором поездок в Выборг, Старую Ладогу, Новгород, Пушкинские горы, Москву, то сегодня и перечислишь. В школе создан музей «Наш дом». И в этом немалая заслуга Людмилы Семеновны. Ее оптимизм и энергия заслуживают огромного уважения. Мы гордимся тем, что рядом с нами заслуженный учитель Российской Федерации, наша любимая Людмила Семеновна Сухоносова, коллектив и учащийся школы номер 245. Хотела бы... Семёновна, расскажите немножко о своем детстве, о том, да, счастливом времени, и потом, как насколько ужасно это все, да, война вернулась, потери эти, смерти близких. Что хочу сказать? Судьбой людей того времени, ну, не очень, вот в частности, судьбой моей. Никто не интересовался, вот в последнее время только стали спрашивать, расспрашивать, а до этого, ну, пережили, стали жить по-другому. У меня получилось так, что накануне войны, в июне месяце, мы приехали на родину отца. У меня отец еврей, мать русская. К его родным приехали в июне месяце в отпуск, и началась война. Его сразу забрали, и поскольку Украина, это было на Украину мы приехали,
до 43-го года была в оккупации, поэтому ни одного письма от отца не было. И получили после войны, ну, когда в 43-м получили, что пропал без вести. Ну, а поскольку пропал без вести, маме и пенсию не платили, на двоих детей неизвестно, как он пропал. Ну, а мы вынуждены были остаться, и уже сразу немцы пришли на Украину. Что делать? Остались на Украине у родителей отца. Буквально сразу всех евреев, мне тогда было 5 лет, еще не было даже 5, их собрали. Я не все уже помню, потому что мне много уже лет прошло с тех пор. Но я хорошо помню, вот в каком-то даже фильме я видела, когда собрали всех евреев с какими-то мешочками, им сказали что-то там брать с собой. И всех расстреляли. Ну, а мы вроде как родственники еврея, что делать? Стали прятаться. И спасло нас только то, что староста, Старостиха Илларионовна, которая в это время работала и на немцев, и на партизан. У меня тетка, отца сестра, была в партизанах у Гавпака, там как раз были эти отряды. И она нас спасла. Она на меня повесила крестик и сказала, что это моя крестница. Ну и таким образом, прячась, убегая, мы спаслись. Что у меня осталось в памяти? Очень многое забыто. Но вот, когда отступала наша армия, что должно было население делать? Женщины, дети. Мама, например, посадила нас в тележку в какую-то. Брат был моложе, ему было 2 года, мне 5. Армия отступает, а сзади вот этот хвост женщин с детьми. Пролетает самолет, прострочил. Часть остается лежать на месте, остальные двигаются дальше за армией. Двигались, двигались, а что делать? Куда? Начали задумываться. И свернули в какое-то село, которое попало. Но когда мы пришли в это село, там были удивлены неимоверно. Мы, оказывается, прошли по минному полю. И не взорвались. Это не знаю, что такое было, но они очень были удивлены. Вот этот момент у меня врезался в память. Теперь что еще хочу сказать? Немцы, конечно, зверствовали, говорить нечего. Но страшнее немцев были мадьяры. А еще страшнее были наши полицаи. Полицай знал всех и вся. Немцы там приходили, что-то они знали, что-то им сказали, что-то не сказали. А полицаи знали всех и всю историю. И поэтому, когда у нас там появился свой полицай, пришлось прятаться в деревнях, в подвалах, в лесах, где удавалось, там и прятались. Вот. Ну и помнится мне еще вот такой случай. Очень все время хотелось есть. Есть было абсолютно нечего. Что делать? Проходила железная дорога у нас по нашему городу небольшому. Мы тихонько уходили к вокзалу и подбирали огрызки, какие кто там бросил. Что бросил,
В общем, это вот одна была статья, как что-нибудь поесть. Но когда начиналась зелень, это еле все подряд. Вот. Ну, и вот каким-то образом 2 года оккупация была с 41 по 43. Мы просуществовали там. Ну вот, такая история. Никто этим никогда не интересовался. Я никому особо не рассказывала. А тут вот меня послали в этот музей, говорит, буду задавать вопросы, ответьте. Я ответила на вопросы. Вся моя история. Еще хорошо помню, когда мы с мамой пошли на огород, женщина с ребенком, и то самолет пытался застрелить, вот летит вверху и строчит. Мы под куст свалимся. Он влетел, побежи, вы пошли дальше на огород. Ну, вот там многого, конечно, я уже не помню, очень много прошло. Ну, и всю жизнь вот я проработала, 52 года учителем. Вся моя история. Спасибо. Спасибо. Редактору нашей замечательной книжечки «Дети, пережившие Холокост», Дмитрию Вересову. Да, спасибо, Саня. Мы знакомы давно, это, так сказать, мой первый выпуск курса литературы египетским мотивом. Вот, это был у нее такой сборничек. Вот, а потом мы, значит, так не прекращали сотрудничество, сделали, значит, такую довольную... Она себя нашла, Сашенька, в результате. В таком жанре я бы не сказал, что это документальная проза, это, грубо говоря, ну как, литература факта, да? Вот, и, конечно, так сказать, больше, вот я лично больше поработал с книжкой, это самое «Дети под солнцем», да, которая изначально называлась «Вата», но как раз пока Саша над ней работала, уже слово «Вата» приобрело другой оттенок немножко, и поэтому, значит, вот такое название, это, значит, по поводу... такая, в общем, тема страшная одновременно и тоже такая глобальная, это вот хлопковое безумие. И во что оно превратило, так сказать, наши Среднеазиатские республики советские. Вот, а на основе воспоминаний конкретного человека. Вот, а работать было безумно интересно, я помню, что мы, так сказать, срывали постоянно все дедлайны, потому что Саша какие-то новые мысли посещали, ну, так сказать, вот то, что задумывалось, значит, на одну главу перерастало в 3-4. Вот, я помню, я как раз, так сказать, тогда подхватил одну неприятную инфекцию, значит, была температура 40, но нужно было вот срочно вставать. Я помню, как я в каком-то бреду там что-то сидел, так сказать, допиливал там какие-то вещи. Вот. Получилось очень неплохо, вот какие-то премии книжка получила, и все. И потом, значит, вот поработали с этой книгой, тоже, так сказать, очень хорошая, актуальная. И будем, в принципе, работать дальше, я думаю, если, так сказать, там, иншаллах, открывается. Вот, так что прошу любить и жаловаться, замечательно все у нас. А я хотела бы тогда, да, сказал, что после моего выступления будут поздравления, небольшие выступления наших дорогих гостей, друзей, поскольку презентация у нас праздничная. Будет вторая часть, немножко, где наш Дмитрий Вересов чуть-чуть тоже что-то почитает, расскажет. После, да, обязательно. После нашего выступления небольшая. Обязательно. Вот сейчас, вот когда, да, мы сказали основное, я думаю, что друзья будут, да, по одному там как-то выходить и поздравлять нас. Это Александр в нашей секции, да, вот первая книжка вышла за «Дети под солнцем». Она все время берет тему такие серьезные, острые для женщин. Там была трагическая, конечно, такая история, как дети... Ну, действительно, я там служил в Туркмении, в Узбекистане. Это действительно была всегда такая авральная работа всех детей на пару месяцев весной и на пару месяцев осенью отправляли всех. Сначала пропало хлопчатник, потом они его убирали. Потом мне эти солдаты узбеки приходили, которые говорят, ты же 10 классов закончил.
ничего не знаешь. Хлёпок, все время хлёпок. То есть вместо учебы они все время на этом хлопают. И так принесу. Ну и там вот еще большое влияние, конечно, когда вот это все дело, поля обрабатывались дефолиантами. Вот американцы поливали во Вьетнаме дефолиантами, да, и чтобы опала листва, и чтобы можно было в джунглях увидеть вьетконговцев. А мы наши поливали поля дефолиантами, чтобы обсыпался этот хлопчатник, а потом все это. И вот эти дети, и взрослые, и женщины, в основном кто работает? Женщины и дети. Потому что мужики там всегда складчики, начальник склада какой-нибудь, начальник чего-нибудь, начальник тачки, начальник машины, они все начальники. А убирают всегда женщины и дети, вот они этим дышат, дефолиантами. И дети там, они беременные работают, и потом, знаете, рождается огромное количество вот этих детей, которые, ну, с отклонениями физическими, с уродствами всякими. То есть это серьезное дело. Вот Александр, эта книжка, конечно, такой рабский труд, где вот это, дети вот на этом... Вторая, да, да, и вторая книжка, конечно, вот, да, серьезная тема, вот, действительно, вот, Холокост. Сейчас об этом начинают уже опять уходить от этого. Ну, вот, это останется, да, в памяти для наших детей. Да, это преступление сейчас, опять же, начинают говорить, не, кто-то, ну, не было, да. Не было, да. Особенно исламисты, говорят, что было, конечно, да. Это было страшно. Тут Александр еще и поэт, но она теперь у нас вступила как прозой, прозаик, так я поздравляю. Спасибо. Да, под солнцем тоже такая серьезная тема, где дети вместо того, чтобы учиться, собирали хлопок, правильно, как Николай говорил, распыляли дефолиантом. Более того, им не хватало воды, потому что очень жарко, я ездила весь Восток, чтобы рассказать об этом. Сидела на Папачах, в чайханах, с аксакалами, с древними раньше, я не знаю, пострелили за такое, наверное, не меньше. Ну вот, но и мне интересно было переосмыслить это все, это тысячи километров и тысячи студий за моей спиной, то есть такая глобальная какая-то, глобальный подход к этому ко всему, очень интересно. Действительно, это необъятные поля, и мне стало плохо просто, когда я оказалась на этих хлопковых полях. Там не очень-то разрешают снимать, и могут даже отобрать до сих пор фотоаппарат, и что похуже, вот, но я все равно это все делала. И страшно действительно представить, как мне рассказывали, что такое собрать просто одну длинную грядку с хлопком, потому что он еще и колючий, и потом все черной воды не хватает, так привозили. Им приходилось пить вот ту самую вонючую воду бедным детям. Ну вот, приходилось вот с дефолиантом. И потом многие, конечно, и отравления были, и что похуже, и смерти, и болезни, и все это было. Вместо того, чтобы учиться, многие рассказывали, говорят, мы не знали, что такое дважды два там. Вот, разные есть дети, а кто-то, конечно, да, другого там какого-то мнения, это единицы, да, мы вот готовы пожертвовать всю свою жизнь там в оплату, но здесь мне кажется, что все-таки у детей любых стран, неважно, там, вот, любой нации, должно быть будущее, должно быть обучение, должна быть какая-то надежда, должна быть обязательно. Вот, и, честно говоря, просто когда я это узнала, я не могла пройти мимо, это вот касается первой книги, и да, и днями, и ночами я очень благодарна моему учителю и другу Дмитрию Вересову-Приятхину, что мы прям плотно окунулись в это тогда, днями, ночами писали, несмотря на и температуры, и болезни, и, в общем, чуть ли не у смертного одра, мы все равно мы знали, что мы должны это сделать, мы это сделали, вопреки всему. Также и, конечно, и со следующей книжечкой нашей. Вот. Но все-таки там без такого экстрима. Да, но там что покошмарнее, да, то есть непосредственно с того, как я написала, это, конечно, я понимала, почему одна там из очевидцев, она просто не могла, вот я хотела тоже здесь, не могла, и стали сниться кошмары, ну еще одна, то есть все вошли. Вот, просто стали сниться кошмары, потому что то, что творили фашисты в лагерях, это просто дикие зверства. У меня все написано, и сегодня я подарю книжечку, ну, конечно, не всем, но некоторым подарю. Вот, кто-то, кому достанется, может потом у меня как-то там это ее вот, получить, книжка будет в библиотеках. Вот, подпишу, подарю, конечно, и можно это будет представить все. Пусть знают, конечно, и пусть помнят наши дети, что на самом деле, что такое война. Вот, а то сейчас там это одуванчики, цветочки. Нет, на самом деле это страшно. Вот, и у Николая есть книга про войну, там не важно, какая она, да, там, афганская, чеченская война, это всегда, всегда страшно. Вот, а когда есть Холокост, когда есть какой-то там
ущемление прав людей, да, истребление, уничтожение. И то, что творили фашисты, это дикие зверства. Когда могли просто ворваться в дом, там, на глазах у ребенка уничтожить там, их родных, да, в любой момент. Вот. Когда дети прятались там годами под подполье. Вот. Но мне было, честно говоря, да, трудно, конечно, тоже это писать. После всего этого мы осмысляли написанное с тоже одним из героев на этой книжке, Александром Осокиным, профессором крестным отцом моей доченьки, на Ладоге. Почему? Потому что Ладога сама по себе, Ладожские острова, это места захоронения ядерных отходов. И где, как не там, на Ладоге, размышлять о войне и мире, по сути, да, и о том, чтобы у нашей земли было будущее, ведь, не дай бог, ядерные войны, они, да, вот. А теперь, конечно, я хотела бы, да, дать слово моим друзьям, можно подходить поздравлять меня, Дмитрия Вересова, Прияткина, после этого... Здравствуй, Юрочка. Да. После этого будет вторая часть, где у нас уже Дмитрий Вересов, которого в этом году беременна. Вот, вот, да, и буквально, сколько я хотела сказать, вот эта картина, которая так интересно, оригинально висит, выделяется среди наших светлых стен. Вот эту картину недавно я нарисовала в студии у прекрасной художницы Софии Ребрин. София, дай, пожалуйста, да. Очень талантливой художницы, которая, да, Сашенька, ты вызывай гостей на сцену. Да, которая, если что, да, гости на сцену. С которой можно познакомиться, вот, брать уроки. И вот видите, насколько интересно можно раскрыть разные свои таланты. Вот картина маслом. Да, прошу всех, дорогие друзья, поздравляем Дмитрия Вересова. Подходим, читаем все книги. Сейчас я, наверное, поставлю. Да, поздравляем тебя. Так. И с книгами, и с культурами, со всем прочим. Спасибо. Когда я начала рисовать, мама как чувствовала. Спасибо. Я маленький, не покажу. Да, как надо же вообще в тему. Я очень рада. Спасибо. А также вот эти вот цветы от меня вам, дорогой друг, конечно, вот ироночки, светлые, солнечные, потому что у нас уже практически лето, и такое жаркое, вот, и прекрасное, все вокруг, дуванчики, и все. Вот, и в то же время мы яркие, как эта розочка, вот, чтобы солнечная яркость сочеталась у нас с красивыми завитушками творчества, как у меня на бантике. Вот, да, прошу, да. А, Сергей, Сергей Ложкин, я очень рада. Недавно у Сергея вышла книжечка новая. Мы с Сергеем познакомились при весьма оригинальных обстоятельствах. Я тогда поехала в Брюссель, в Бельгию. Меня должны были наградить как финалистку на фестивале «Окна Евразии». Но я потом встречу делала здесь, уже в России. Вот, ну, это не один фестиваль, который нам награждали, «Эмигрантская лира» также. Так вот, и мы познакомились в одном отеле, да, случайно оказались. Мне было очень приятно. Мне было очень приятно, что мой соотечественник, и более того, да, в одном городе мы, так сказать, живем, вдруг оказался в моем отеле. Помог мне тогда, что-то я не помню, с интернетом, кажется, на следующий день Сергей улетал в Южную Америку, куда-то там на вулканы и так далее, а на следующий день меня дало награждение в посольство, и вот мы очень мило сидели, то ли в кафе, то ли в ресторане, но очень стоим, молчиваем. Очень рада. Сергей, недавно вышла книжечка, очень интересная, рекомендую. Спасибо. Чуть позже будут подписи и автографы. Сашенька, дорогая, приветствую твою удивительную работоспособность. Спасибо. Желаю дальнейших успехов. Спасибо. И, конечно, у писателя должны быть справочники, энциклопедии под рукой. Вот это тоже имеющее отношение к Союзу писателей Санкт-Петербурга. Книга Олега Николаевича Куранцева, о котором в этом зале я рассказывал, как исполнилось 100 лет со дня рождения этого ветерана войны, защитника Пулковских высот и замечательного журналиста, лектора и писателя. И вот спасибо этот экземпляр от астронома геодезического объединения.
как приятно. Где мы были уже не раз, куда меня звали в студенте. Да, конечно. Оставим мы познакомились на мероприятии, посвященной памяти братьев Стругацких. Да, 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 консерватория, премия ВС, там тоже бывает. Хотела немножко попросить, да, чуть-чуть рассказать о мамочке, ведь поскольку мы все равно затронули тему, так или иначе, тех героинь, которые помнят страшные времена, там, Великой Отечественной и так далее, ведь дело в том, что мамочка ваша сама воевала, и более того, тогда через Ладогу, кажется, да, там переправлялась, да. Немножко вот об этом чуть-чуть. Вот еще спасибо, одна книжка, спасибо, да. Которой 127 лет, один из томиков Лескова. А маме моей 23 мая исполнилось бы 122 года. Ну, ей, конечно, уже давно нету. И вот так всего два поколения в нашей сменилось. Мама уходила на фронт в 42 году. Первую блокадную зиму страшную пережила здесь, с моей бабушкой и дядей, ее младшим братом. А он был очень заметным инженером в области именно торпедного вооружения, поэтому, как он не стремился оказаться на фронте, ему приходилось здесь голодать и работать на нужды обороны. Вы знаете, что Ленинград продолжал давать фронту очень важное вооружение. В 42 году маму мобилизовали, ей было уже 40 лет, но она по комсомольскому набору попала на Волховский фронт. И поэтому ей пришлось переправляться в мае, вот тоже в этом же месяце, на барже. Уже лед ушел, и она оказалась на Волховском фронте. Через год откормилась. И оказалась в состоянии завести фронтовой роман с моим отцом. Ну, типичный фронтовой роман, у меня в свидетельстве о рождении прочих, отца нету, только мама, а зато есть единокровные брат и сестра москвичи, потому что у Сергея Ивановича Кошкина, капитана НКВД, была в Москве семья. Ну, а вот моя мама, старше его на 16 лет, однако увлекла его умением разгадывать кроссворды, особенно на литературную и театральную тему. И вот так закрутился роман машинистки штаба армии и капитана СМЕРШа на Волховском фронте. И я долго думал, что и когда маму увольняли уже, по наличию живота, мешающего работе военной, что я тоже по Ладоге переправлялся, или в крайнем случае по железной дороге вдоль южного берега Ладоги. Но нет, оказывается, и мой тремор, и моя нервность с детства, так что меня называли дергунчиком, все это связано с тем, что я уже в утробе маминой пропутешествовал интереснейшую вещь. И до сих пор, и всю жизнь я очень люблю путешествовать и во всех командировках прошу самые дальние. Дело в том, что мама наступала, уже имея меня в животе, в сторону Пушкинских гор. К сожалению, освободить Псков сходу после окончательного снятия блокады Ленинграда не удалось. Фронт остановился вот в районе тоже литературном, Пушкинских гор, и вот оттуда маму уволили. Поэтому я проделал вот такое путешествие от Кабоны до Пушкинских гор, потом в Ленинград, здесь родился, а мама замкнула вот такой целый треугольник Ленинградской, Новгородской, Псковской областей. И я надеюсь, что Саша когда-нибудь этот сюжет тоже использует. И я, конечно, с удовольствием. Как мамочку звали? Как мамочку? Зинаида Ивановна Смирнова. Спасибо, дорогой друг, очень приятно. Из нас здесь, конечно, будут свои воспоминания о родных. Мне сразу вспомнились мои деды,
старшие братья моего родного деда, потому что моему было 10 лет, когда началась война, бабушке лет 6, я помню, как она рассказывала, это очень интересно. Говорит, ой, шарики полетели, там, ну, дети, что они маленькие, а это падали бомбы. То есть, ну, рано столкнулась, конечно, с этим страшным, да, моментом. Дети не могли осознать, как такое бомбы, взрывы. Дедушку, понятное дело, в 10 лет никакого фронта не взяли, да, и не могли бы взять. А старшие братья пошли, да, ну, они были еще тоже достаточно юными, там, может быть, им было там 15-16, там, 17, наверное, вот так. Старшие два брата погибли смертью храбрых. Вот, и только один вернулся, Георгий, он дошел до Берлина, вернулся весь увешанный, как у многих из вас, дорогие друзья, весь увешанный орденами, настолько добыл он частичку победы, частичку мира. Вот, и как настолько это ценили. Настолько счастливы были люди, вот мама рассказывала, пели песни. Это такие золотые времена, вообще вот мирное небо, это то, ради чего они сражались. Да, и еще хотела бы небольшую маленькую ставочку сказать, что эта книжка вышла у нас в издательстве «Геликон плюс». И я очень благодарна всему коллективу «Геликона» за профессионализм, чуткость в работе, то есть все трепетные отношения, все фотографии, там надписи к ним, все аккуратно было бережно сохранено. То есть действительно профессионализм, хороший очень подход, рекомендую. То есть, вот, все сделали по высшему разряду. Да, и за что, конечно, нашему дорогому комитету отвечать, ему низкие поклоны, благодарность, и дай Бог, мы будем сотрудничать с ним, делать все дальше для развития вот, культуры в нашем Санкт-Петербурге, писать какие-то интересные темы, потом с нашим прекрасным редактором, которым уже созвучно из «Геликона», плюс наша такая команда образовалась. Сотрудничайте дальше, потому что очень важно найти свою команду какую-то, да, вот, своего редактора, может быть, свое издательство, вот, и единомышленников, которых я обрела здесь, вот, среди вас, дорогие друзья, и это действительно мое место, я счастлива, я должна была сюда прийти, действительно судьбоносный переход, потому что я пишу на социальную, по сути, тему, да. Да, я финалистка многих политических фестивалей. С 20 лет я вела фестивали на Елагином острове, получала за это грамоту. Там, Владимир Степанович Скворцов, там новый, да, там финалистка различных фестивалей, «Сиянный Рус», поэтических фестивалей, там ездили в Кириши, и литературную конференцию в Минске там с Пороховым, с, вот, и Екатериной Кирилловой, Андреем Антоном, Сергеевичем Пороховым. То есть, вот, это были действительно тоже интересные встречи, прекрасные стихи, публикации. Вот, но проза всегда не оставляла меня в покое, 7 лет я пишу. Вот, первый писатель, которого увидела, был Юрий Дедков и Борис Алмазов, с которым мы прекрасно подружились. Я была у него дома, он встречал стоящий такой казацкий, такой ухой, который пахло прямо от порога, с старинными фотографиями, то есть это же атаман. Но вот эта встреча с культовыми какими-то писателями, надо выбирать таких вот метров. Николай Коняев, который мне давал рекомендацию, я отвозила книгу «Небо в Москву», мое утверждение. С Дмитрием Ересовым, приятелем, одним из учителей по высшим литературным курсам, которых я закончила. Мы выступали в «Буквоедах», выступали в «Бродячей собаке», я делала очень много вечеров. Вот. Много фестивалей в Бельгии, международных, где я стала финалисткой. То есть, да, по прозе я помню здесь же, в «Союзе писателей», мою книгу «Гранатовые зерна» премировали премией «Молодой Петербург». Такого было много, то есть прозаическая книга. И, конечно, надо выбрать что-то свое, какое-то, может быть, направление. Мне очень близко вот это вот такое что-то социальное, то есть социальная тема, которая касается огромного количества людей. Это не оставляет меня равнодушно, хотя, конечно, я иной раз пишу что-то и фантастическое немножко там, и так далее, но вот все-таки то, к чему лежит душа, это вот как раз вот такие-то вещи. Да, дорогие друзья, мы немножечко отвлеклись, пожалуйста, дальше приступаем к поздравлениям. После этого мы послушаем нашего замечательного Дмитрия Лесова Прияткина, и я буду максимально кратко. Когда я думаю о Саше Танове, я вспоминаю песню «Вокруг Хэллоуина». Один солдат на свете жил, красивый и отважный. А Саша Танова у нас и красивая, и отважная, и талантливая. Это самое главное качество. Вот, спасибо, еще сейчас нет, сейчас. Саша меня очень поддержала в трудные минуты, и я этого вообще никогда... Вот книжку
быть, хоть что-нибудь мне понравится. Обязательно. Сашенька, вам тоже тут написано, и вы меня тоже поддержали. Мы все ходили вот Дмитрию Версову, нашу Ольгу, занимались замечательным моментом в жизни. И там, на литературных курсах, да, и часто, когда у нас бывал и Андрей Баларуха, Царство Небесное, Михаил Нохмасон, которого я часто была дома, тоже вот очень жили, помимо этого. Может, ты помолчи. Таким стихами, которые актуальны, ой, это я уже чувствую, скажу с ума, такой аромат прям приятно, значит. Спасибо, спасибо. И здесь все говорили, что ты красивая, талантливая, мудрая, хочу сказать, не по годам, да? Но ты еще одна из лучших мудрей. Вот это вот большая редкость, я восторгаюсь. И хочу тебе дать такое сердечко, такой мальчик, на котором написано «мама». Спасибо, ты спасибо. Хочу тебя, Леточка. Спасибо за такой трогательный подарок. Я тоже люблю. Да. Ничего. А мы прощаемся. Конечно. Давай. День рождения, праздник не грустный. Это повод для встречи друзей. Просите, чтобы он ваши веселые капли, а вам самым веселым затеей. Что же мне пожелать тебе, киска? Сладко жить, поедая иски. Есть будущее, очень всегда шоколадом. Ну и выглядеть вечно, как надо. Быть красивой и белой, пушистой, милой, ласковой, в мир душистой. К мышкам норки не стоит соваться. Зачем тебе с ними соревноваться? Будь крепким орешком и духом, и телом. Счастливый процентов на 100. И чтобы всегда тебе что-то хотелось. И все достигалось легко. Вкус жизни пусть будет всегда только сладок и держит тебя на плаву. Как минимум 5 или больше десяток. Учти, на 100 лет 5 уже не будет. Ура! Очень приятно. Ну, какой аромат у нас едет. Погромче, пожалуйста. Очередной книги. Спасибо. Молодец, что берешься. Большая молодец. Я по-хорошему завидую твоей способности. Спасибо, Анечка. Прекрасному учителю, другу. Вот, а теперь больше мамочки. Анечка, так вообще мамочка, у меня уже второй, и я просто восхищаюсь, потому что даже один ребенок это 100% времени, друзья, поверьте, если вы настоящие, то 100% времени, ну, ночью как-то что-то на себя. Поэтому, конечно, всем мамочкам, вот просто мое восхищение, потому что это тоже такое творчество, ну, каждый из вас знает. Но все-таки мы найдем время для творчества, для вдохновения. Будем надеяться. Спасибо. Сделаю первый жест вот такой. Да, молодец. Так, наверное, надо начать. Да. Человек был ребенком войны. Да? Спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо. Молодец. Так, это от меня и Любочки. Спасибо, Любочка. Ну, не все тебе, а еще и дочери. Обязательно. Ой, какая прелесть, Лежоночек. Замечательно. Спасибо, спасибо. А это вам? О, это вам. Вы тоже поцелуете. Молодцы. Я, дорогие друзья, я член Союза писателей России, не Санкт-Петербурга, к сожалению, пока. Но я думаю, это единственное разногласие, которое вот здесь будет происходить. Я желаю моим коллегам по Перу творческого вдохновения, никогда не терять музы, да, и радовать
своих читателей и нас, коллег по Перу. Конечно. Аплодисменты. Да. Можно одно стихотворение, а потом попозже, когда буду подписывать, да? Вот так вот. Я не буду читать стихи о войне, хотя у меня их очень много. Я думаю, давайте немножко разбавим, да? Да, вечер. Презентация праздничная. Вчера получил литературную премию, и вот это стихотворение вошло в один из сборников. Спасибо. Спасибо. Стихотворение в честь героини нашего творческого вечера. Подойди к ней поближе тогда, пожалуйста. Так, совсем верно, кто не обиделся. Любите вашу женщину, любите. Об этом говорите каждый час. Улыбку, взгляд и трепет рук цените. И помните, она живет для вас. Не только в женский день цветы дарите. Без повода, без дат в календаре. Хоть иногда гордыню замените на чуткое свидание при луне. Ведь ей порой просто не хватает надежного и крепкого плеча. Плохой мужчина, если он не знает, как плачет она тихо по ночам. Подумайте, кидая в гневе слово из-за банальной ссоры бытовой. Настанет день прощания рокового, обнимет ее кто-нибудь другой. Любите, как никто любить не сможет. Цените, как никто б не смог ценить. Тогда она до глубины, до дрожи за вас начнет судьбу благодарить. Спасибо, друзья. Все это любимые друзья. Как хорошо. И я танцую. Господи, мы все уже семья, друзья. Уже 20 лет, 15-20, знаем. Все пройдено, да. И огни, годы, медные трубы, в общем, что только не было. Взлеты, падения, смерти близких, счастливые моменты, в общем, это уже, как сказать, больше, чем жизнь. А мы всегда поздравляем нашу дорогую Сашеньку. Вот, Александра. Сергеем Шорниковым. Да, Сергеем Шорниковым. Он ей как бы презентовал свой новый альбом. Спасибо. И как бы просил передать, ну, я от себя скажу, самых-самых замечательных, сбывающихся событий в жизни. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Очень рады. Очень рады, мои любимые. Теперь передаю вам. Опять ноги разомнем. А потом продолжим, потому что я намерен, так сказать, совершенно волну скинуть, совершенно, так сказать, в другом ключе выступить. Происходило все это до сих пор. Вот, и давайте, так сказать, вот это немножко серьезное, когда нашелся хороший заказчик. Вот. И мы, так сказать, вдруг задумали очень такую веселую, ну, относительно веселую эпопею, значит, по поводу того, как, так сказать, один варшавский медвежатник знатный в начале 20 века, значит, ну, путем стечения невероятного всяких обстоятельств, так сказать, получил сверхъестественную силу своего тотемного животного, то есть волка. И как эта сила передавалась по, так сказать, некоторым его, так сказать, наследникам, некоторым его потомкам, не всем, избирательно и частично.
Значит, это предполагалось, что это будет такое произведение полифоническое, что там будет сочетаться и, так сказать, и комедия, и драма, и детектив, и боевик, и, так сказать, фарс, и фантастика, и мистика, и все что угодно. Поэтому каждая главка написана совершенно отдельным способом. Вот она вышла. Вот, значит, ну, далее, так сказать, это только первая часть ее называется «Под волчьей звездой». Вторая часть, значит, так сказать, там ее нет, вряд ли будет, потому что, так сказать, во-первых, слился у инвестора, вот, а без него я, так сказать, ничего не готов делать, просто избаловался, как бы, так сказать, жирными нулевыми и не хочу заниматься. Вот, а с другой стороны, мой сахар несчастный, как бы, так сказать, приобрел стабильно нерабочее состояние. Мы, значит, задумывали это, вторую часть уже делать с известной всем, так сказать, тоже, к сожалению, покинувшим нас Светой Тулиной. Вот, как бы что-то начали, получалось очень забойно, но, как бы, так сказать, поскольку Вескара нет, так мы не продолжим. Вот, я, значит, планировал тут небольшую главку как бы из этого почитать, но не знаю, есть время, нет, есть желание, нет желания. Хотите? Есть. Немножко прозы. А, значит, это... самое начало произведения, но это начало не хронологическое, оно как бы, так сказать, книжка летает немножко по временам. Это середина, например, логическая. Это 1976 год. Действие происходит в Бруклине, районе Нью-Йорка. Называется Фишман и Наследник. Ну, и где шляется этот старый кот? Ты меня спрашиваешь? Может, впал в запой, или в маразм, или под трамвай. Пал под трамвай. Да ты только поэт, прям мелкий гений. И где, скажи, ты видел в данной местности живой трамвай? Полноватый рыжий очкарик профессорской бородкой с насмешкой посмотрел на собеседника, долговязого лысеющего блондина в хасидском лаксердаке, джинсах и ковбойских сапогах. Про трамвай это я так для хохлы пытался оправдаться блондин. А если серьезно, он же мог с нашими денежками ломануться куда-нибудь в Майами. А, Леночек, вариант? Ага. 50 баксов – самая та сумма для полноценного отдыха. Как раз хватит на аренду шезлонга и парочку тропических коктейлей. Короче, без Мони нам туда лучше не возвращаться. Леночек кивнул на двери семейного ресторанчика «Зайбезунд», возле которого проходил разговор. Старушки грустят, мамаша практически в коматозе, пятилетка бедному москарчику последние мозги выносят, лялька охрипит, привлекая вовремя. Дверь ресторанчика открылась, изнутри донесся надрывный баритон. Враги комсомолку поймали, заветную тайну, Ленчик вдохнул, Равин уже насилует гармошку. Все еще хуже, чем я думал. Он обратился к вышедшему курить швейцару. Эй, любезный, what's your name? Илья Григорьевич, с достоинством ответил бородатый швейцар. О, так вы из наших, это облегчает дело. Скажите, уважаемый Илья Григорьевич, вы случайно не в курсе, где нам найти Моню Скрипача? Вы такого знаете? Швейцар хмыкнул. Вопрос интересный. Вроде и знаешь человека, а вдруг оказывается, что совсем не знаешь, философски заметил он, и потер большим пальцем по указательному и среднему. Жест понятный во всем мире. И на какого президента тянет мой вопрос? Осведомился Ленчик. На Гамильтона? Не задумываясь, выбрал швейцар. Ленчик хмыкнул. Во-первых, Гамильтон не был президентом, хоть и очень хотел. А во-вторых, держи пятерку, дядя, и не борзей. Ленчик сунул смятую купюру в нагрудный карман, завел на швейцарский ребенок. Ну, за его домашний адрес я не знаю, затараторил Ряга Горьевич, но люди говорят, что каждый уикенд он лобает в Одессе. Слыхал кто-то? Братин Бич кто-то сомневался. Давай, брат, пополним. И они отправились к лохматой желтой импале, припаркованной напротив, возле синагоги. Так, опуская семейную историю, времени мало. Друзья, родственники стояли у подъезда облупленной шестиэтажки доходного дома,
за полвека своего существования, так и не познавшего ремонта. В обшарпанную входную дверь был врезан массивный дверной замок с почерневшими нечитабельными кнопками. Ни звонка, ни переговорного устройства не наблюдали. Постучали, наугад потыкали в кнопочки, никакого эффекта. «Может, на таран-то?» — говорил кто-то. «Дверь потухлится». «Ждем горя», — распорядился Ленчик. «В жизни не всегда есть место подвига». Кокол вздохнул. Ленчик отошел на пару шагов, закурил и задумался о подвигах. Так, пускай дальше. Значит, история уже не то, что этого самого охотника. «Коллоу-бойчики!» — грузная тетка в дутом пальто и полковничьей папахи, незаметно подошедшая откуда-то сзади, смерила подозрительно взглядом Кроваленчика, потом Кока. «Проповедничать пришли!» И кивнула она на Кокину псевда. «Так это вы зря, у нас тут и без вас сплошные праведники плюнут». «Нет, нет, мадам, ничего мы не проповедуем и ничего не продаем. Нам просто нужен Мони Фичман, скрипач квартиры 2А». Слова Ленчика, отчего-то сильно насмешили тетку. «Квартира? Ха, я не могу, квартира. То место, где живет этот куркуль, это бойчики, не квартира, это позор еврейского народа». «А что так? А то, что когда лендлорд наконец-то убрал из бейсмента старые стиралки, туда тут же въехал Моник, прачечный, зачем? А там рент меньше. Мы вот за свои хоромы отстегиваем кто по 500, а кто по 800, а хитрый Моник столичек». «Понятно, и как нам эту прачечную найти?» «А за угол сверните в аллею, не перепутайте, дверь там одна». Аллея тетка по-местному называла тупиковой закоулком, такой загаженной, что даже наркошек сюда не совали. Дверь там действительно была одна, за противоположной глухой стене торчали внутрь ржавые ворота. По обе стороны от железной двери располагались два окна, забранные толстыми металлическими решетками. Кока заглянул в ближайшие. «Пылище это, блин, но свет вроде горит». «Значит, дома. Такие, как Муни, уходя, все фитильки прикручивают». Ленчик подошел к двери, нажал кнопку звонка. Пронзительный трель заложил уши, но по ту сторону не слышалось ни голоса, ни шороха. Ленчик позвонил еще раз, без результата. «Не нравится мне это», — проворчал Кока. «Идем отсюда». «Нельзя, брат, мы бабушке обещали». Ленчик внимательно посмотрел на круглую никелированную плашку дверного замка. «О, US Dietrich! Они рекламируют себя как супернадежные, но есть нюанс». Ленчик отошел на полшага, достал из внутреннего кармана куртки кожаную ключницу, вытряхнул цепочку с ключами, прошелся по ним пальцами. «Вот теперь главное, что в паз вошел полностью, ключ пошел». Ленчик подышал на пальцы, потер их, разгоняя кровь, снова подышал. Кока посмотрел на друга, раскрыв рот. «Да ты прям как медвежатник потомственный. Насчет потомственного я не в курсе. А вот в доме быта на декабристов приходилось не только телевизора починять. Ладно, не мешай, сейчас самый ответственный момент». Леня принялся аккуратно водить ключом в скважине, вперед, назад, вверх, вниз, вправо, влево, потом протянул. «Все, Дитрих повержен», — он протянул за руку. «Дверь не открылась». «Так, наружных замков больше нет, значит, заперся изнутри. Кока, гляньте еще раз, а потом будем искать управдома, пусть дверь ломает». «Дизах есть ниш коша». «Че? Нечисто дело?» – перевернули. Кока подошел к окну, взялся за решетку, чтобы максимально приблизить лицо к стеклу, послышался хруст, брызнули струйки кирпичной кошки, и массивная решетка обрушилась прямо на Коку. Он молниеносно сменил хват и принял махину на грудь. Вдвоем подоспевшим на помощь Ленчиком, они опустили решетку, прислонились к стенке и отдышались. «Сюрприз нечаянно нагрянет», — начал Кока и резко замолк. Сюрприз оказался не последним. То ли болты решетки как кое-как скрепляли оконную раму, то ли за компанию болтали треснул шпингалет, удерживающий окно в закрытом положении. Но так или иначе, она медленно со скрипом раскрылась внутрь, как бы приглашая. «Знак судьбы», — изрек Ленчик. «Лезь, лезь ты, у меня ловчей получится». «Проникновение со взломом», — напомнил Кока. «А свидетель, ты не умствуй, ты лезь дал». Помещение, в котором они оказались, поражалось трудностью углядов. Огромная чугунная мойка, явно оставшаяся с прачечных времен. Рядом сортир, совмещенный с душем. Такого изыска Ленчика не видел в СССР. Кривой шкаф, определенно вынесенность помойки,
На удивление приличный раскладной диван, простейший стол четвероногой системы, при нем стул. А на стуле, достойным продолжением натюрморта, развалился Моня, уткнувшись лицом в глянцевый разворот порнографического журнала. Несовместимый с жизнью багрово-черный цвет его лысины, приспущенные штаны, вялое мужское достоинство, зажатое в окоченевшем кулаке, клиническая картина была ясна Кадиру. А так живешь, живешь. Ленчик вздохнул. Все-таки Фишман – это судьба. Не понял? Ах, ты не знаешь. Сходным образом отдал концы научный руководитель доскарщика, профессор Фишман. Правда, на живой аспирантке, а не на фоточке какой-то доброй профуры. Впрочем, так, ты окошко закрой, чем не подотри, чтоб не зияло. Зачем? Ну, чтобы не давать копам лишней пищи для размышлений. Мы пришли, позвонили, подключали, дверь оказалась открыта. Мы вошли и увидели вот это душераздирающее зрелище. Ленчик показал нам. Сейчас приду звонить, пойду звонить, только дух переведу немного. Ленчик плюхнулся на диван, а тут же вскочил, как ошпаренный. Ты чё? Укололся? Пружина, наверное? Не похоже. Ленчик поглядел на поверхность дивана. Из бежевого велюра торчали два желтых зубчика. Ленчик с опаской потрогал. Вилочка. И вроде как золотая. Он сдернул с дивана толстый матрас, перевернул, видел застежку молнии, просунул, расстегнул, просунул руку внутрь. Колта, тихо сказал он, похоже, наши планы меняются. Они ошалело смотрели на груду ассигнаций и драгоценностей, только что извлеченных из недр дивана. Надо бы сумку какую-нибудь, сказал наконец Ленчик, посмотрел на мертвого скрипача. Интересно, Муня, а наследники у тебя есть? Думаю, вряд ли. А давай мы будем твоими наследниками. Не возражаешь? Муни не возражает. Браво! Спасибо вам за то вдохновение, которое вы дарите всем нам. Спасибо. А теперь, дорогие друзья, Значит, поскольку я как бы хотел еще одно маленькое произведение зачитать, вот это, так сказать, по случаю дня космонавтики родился такой стишок. Поводом для него было письмо, которое он послал моему другу, известному, так сказать, фантасту Дмитрию Русу, прислал, значит, молодой талантливый автор. И он написал так: Дмитрий, здравствуйте, вы уважаемый автор, успешный, вот, и у меня к вам есть вопрос. Вот я написал научно-фантастический рассказ типа поэмы, страниц на 250. У меня к вам вопрос такой. Скажите, сколько мне за него заплатят. Ну, похихикали мы вместе. Потом, значит, я призадумался, а что может представлять собой научно-фантастический рассказ типа поэма? Значит, 250 страниц. У меня получилось не 250 страниц, гораздо меньше, но это такие научно-фантастический роман типа поэмы. Называется «Сказ о национальном супергерое». Под лазурным небосводом, над старинным над прудом, был воздвигнут для народа офигенный космодром. Там под ярким солнцем мая, изготовившись в полет, отражателем сверкая, замер грозный звездолет. Меж плакатов дерзновенных «Космос наш! Вперед, Земля!» дребезжат на вибростендах всякие разные модуля. Тут точают оверлоки невесомую броню, там скворчит на пищеблоке межпланетное меню, а в пустом и гулком зале, освещенном будто морг, на стене висит Гагарин, на столе лежит киборг. Черепушка нараспашку, из-под схем сочится кровь и причудливая кашка из мозгов и проводков. И вживляет чип-процессор шевеленьем ловких рук Хая Марковна, профессор вивисекторских наук. Вот заварен череп медный тонким лазерным лучом, и очнувшись, киборг бедничится, вспомнит, что почем. «Кто я?» – шепотом спросил он. «И по что в сих стенах?» «Ну, шалом тебе, Василий, кибер-аэромонах.
Ты от края и до края пять галактиков пахал Божьим словом, окормляя всех, кто под руку попал. Дней считают символ веры обитателей планет, и пседлавцы, и химеры, и зеленый караид приобщал ты благодати, и молитвой, и постом, только вдруг совсем не кстати вышел маленький облом. На квазаре класса гамма под системы 8b обскакали вас и мама на хромой шайтан Арбе. И когда чертог ковчег покинув, крест вознес ты над собой, шестикрылых сарацинов загудел ужасный рой. Машут знаменем пророка, верещат Аллах Акбар, водит жвалами жестоко главный ихний саранчар. Вот запущен силой, и так этот пролетел тугой кинжал, да, вот запущен вражьей силой, просвистел кривой кинжал, на снегу Тиборг Василий обезглавленный лежал. Но смекалист был ловок православный капитан, с бортовых шестидюймовок раз фигачил бусурман. Над тобой же пропели со святыми упокой, заморозить побежали в бане со святой водой. И когда мне тетя Хая, был бы ты сейчас в раю, а в ответ не надо рая, дайте родину мою. Что у нас сегодня же еще день рождения любимого Санкт-Петербурга. Обязательно, конечно, мы объединились с Дмитрием Ельцем. Но еще день рождения любимого города. Стол уже готов, да, но еще чуть-чуть до него, до праздничного стола, который в том числе будет посвящен не только тостам нашу честь, но и в честь дня рождения нашего города, которому исполняется, да, 321 год. Вот, я подпишу несколько книжечек, да, нашим дорогим друзьям, и кое-кто из моих друзей исполнит, наверное, одновременно уже. Вот сейчас хочу пригласить Галину Белову, исполнит песни, потом Анастасию Клементьеву. Но поскольку по времени чуть-чуть у нас так немножко растянулось, и чтобы успеть на праздничный стол, нам придется делать это одновременно, наверное. Галина Белова, встречаем, прекрасные песни. А я начинаю, дорогие друзья, подписывайтесь, что мне теплые слова, что у меня сердечно написано вопрос. Ребята, еще одну секунду. Значит, в качестве творческого отчета показываю последнее произведение, которая, так сказать, мною подписана, да, это Майкл Мурков, великолепная дилогия под названием «Семья фон Бек». Это мой перевод, вышло в моем переводе, всем рекомендую, экземпляр один не продается. Браво! Браво!
Спасибо, спасибо, Галина, за такую душевную, сердечную песню. Ну, поставьте. Вот. Тебя там нормально? Галинушки, наши прекрасные герои, ну, уже звони. Вот, ну, может, у нас сейчас Сергей Виток идет? Да. Ну, как всегда. Ну, да. Нет. Так что спущись. Дорогие друзья, такой понял. Вот веселой обстановочке. Сейчас у нас выступит Анастасия Клименко. Своими душевными, яркими, такими сердечными песнями. Александр. Много. Thank you.
Свободы,
для народной волны. Петербургская танго, ностальгии много, мои юности годы в отражении Невы. Мои юности годы в отражении Невы. Мои юности годы в отражении Невы. Видел, что ты? Сейчас, сейчас.